Спасибо тебе, Маша, Мах. Ты, что ты имеешь против? То, что я не ношу трусы. Что ты имеешь против? То, что я не ношу трусы. Песню придумал. Ты, что ты имеешь против? Что я не ношу трусы. Можно классную песню придумать такую. Потому что у меня огромный, он не влазит в трусы. Не относится к груди. Спасибо тебе, Маша Махова. Маша, спасибо. Маша, спасибо. Спасибо, Света. Спасибо за то, что вы считали меня хорошим человеком. На самом деле, я не очень хороший человек. Вы же видите, я хожу без трусов. Это позор на всю Россию, позор. В Малахова меня вызывайте. Говорю, вызывайте меня в шоу Малахова, я буду доказывать, что я нужно без трусов ходить. Сука. Что за тупость, блин. Почему она там ругается со всеми, что-то у нее настроение плохое, надо ей дать. Но только она не согласится. Выпей таблетку, поможет тебе. А ты ракс хотя бы выпей. Он легкий, тебе полегчает. Я не нудист, но не ношу трусы, потому что мой, они сжимают крепко. Я не могу это выдержать страдания. Я такой же, как все. Просто у меня слишком... Нужно придумать каким-то художественным способом заменить, чтобы не было пошло. А я в этом не разбираюсь, в пошлости. По-моему, офигенный рисунок. Если его не оценят, мне будет все равно. Хотя мне не будет все равно. Может, они просто троллили меня тем, что говорили, нифига, какой классный рисунок. Ну, один человек написал, дикарь. Еще один написал, красавчик, продолжай дальше. Я бы стал продолжать. Может, они просто угорают надо мной. Ну и ладно, я все равно буду рисовать, даже если это стрёмно, я себя позорил, показал, что я никакой не художник. Здесь стоит чел, это все из воображения. Здесь стоит челик у башни, охраняет арсенал. Блин, по-моему, офигенную картину рисую, панорамную, она сама собой получается.
В детстве я гораздо лучше рисовал. Все равно меня никуда больше не возьмут. Я буду сидеть дома и ждать, когда коронавирус там, придут со мной, что я могу петь песни. No future. В общем, я видео записывал. Оно не записалось, потому что места не хватило. Я говорил, что сказал, тоскую по девушке, и что я бы на ее месте тоже не. Что если бы она не вышла, это когда если я приеду, она не вы. Ну, если бы она не вышла, то я бы выбросился с небоскреба, с крыши. И что я бы на ее месте тоже не вышел, потому что навязчивость очень отталкивает. Я ее понимаю. Если бы она вернулась, это было бы для меня просто чудо. Я бы носил ее на руках. Ничего бы вообще не говорил, никаких занудных слов, ничего. Никогда. Только доброго. И все бы делился бы с ним всем, чем мог. Все бы вообще стал полным Гариком. Ну, поистине, я бы даже... Нет, ну Гариком я бы не стал. Но все-таки то, что она не такая, чтобы я стал, чтобы мне приходилось становиться Гариком. Но все-таки я относился бы к ней как к богине. Прям. Настоящий. Я действительно так считаю. Это не шутка. И Маша Махова из Света. Вы святые. И вот этот чел. Ангел из Красноярска. Надеюсь, он меня не обманет. Надеюсь, он меня не использует просто как... Не знаю. Чтобы поснимать, чтобы это потом кичиться, угорать. Не знаю, как могут использовать. Меня можно использовать, не знаю. Что типа вот он с художником тусовал, всякую будет писать, если я стану известным художником, будет писать в газеты. Придурок был, такой, такой. Не знаю, короче. Вроде нормальный чел. Здесь дальше я не могу рисовать. Здесь дальше это. Потому что идет вот этот челик. Ты чё, мам? Ты как там, нормально? Чеснок? А можешь мне дать чеснок? Смотри, какая офигенная картина получается. Смотри, панорама. Ой, я после кофе. Иди, пей кофе. Ты выпил кофе? Вот, выпил. Хватит, все. Еще. Нет, ты что, увеличиваешь? Я стал увеличивать, да.
Не стыд, лорд Хален. Мне нужно его прорисовывать с натуры, то есть он стоит здесь. Здесь под ним подъем верхний квартал. Здесь всяких падочек, всякую фигню нарисую. Ворков там. Вам хорошая должна получиться картина, если я город прорисую хорошо. Здесь. Вот мама сказала, что ты там рисуешь, кому это надо? Понимаешь, какое отношение я встречаю картину. И ты спрашиваешь у меня, почему я пью таблетки? Потому что меня постоянно унижают. Кому это надо? Что ты рисуешь? Кому это надо? Настроение плохое у меня. Что ты там рисуешь? Кому ты на? Представляешь? Родители тебе говорят. Думаю, ты представляешь. Потому что в России многие родители так. Ну, не знаю. Ну, не многие. Я все равно рисую. Кому ты на? А действительно, кому это надо? Кому вообще надо? Потом спрашивается. Здесь на поле здесь будут дома. Начинается. То есть новый ракурс. С такого ракурса еще никто не рисовал. Вы поймите. Нет? Не хотите понять? Ну, ладно. Заново с елки прорисовывать, потому что я закрасился. Thank you.
Если бы не интернет, то никто бы не видел мои рисунки даже. Хочу нарисовать этих монстров там. Такая будет испортить все. Даже паркет заправил, и умылся, пошел. Зубы почистил, выспалась, сказала. Вот какое отношение к художнику. Саша, я кому сказала? Я рисую, блин. Умойся, иди сначала, потом рисуй. Рисуй новые панорамы, панорамы интересные. Короче, у нее плохое настроение сегодня. Очень плохое. Короче, мне нужно. Я хочу хорошую картину рисовать. Вот это будет дальний план. Хотя уже хорошая не получилось. Это будет дальний план. Вот это ближний. Интересно должно получиться что-то. Сразу две башни с Харреса. Я бы еще вторую мельницу нарисовал здесь. Если бы было место, где... Где тут место найти? Вторую мельницу хочу нарисовать. Пускай здесь будет. Представляешь, разработчик котики такой посмотрел бы на мой рисунок и сказал, да что это за хуйня? Представляешь, после этого рисовал бы я готикой, а? Рисовал бы ты готикой, нет? Вот то же самое со мной произошло примерно недавно. Один урод там смотрел на кавер, арт-кавер на его 15 человек его группу слушает. Сказал в комментариях гадости. Я ему ничего не ответил, посмотрел, у него взгляд тупой, как будто он после того, как он обухался или что там, отодрали его или еще что-то. У него пустой взгляд такой. Ну, так, не знаю. Хорошо, вообще не буду слушать его группу никогда больше.